Проще простого зарабатывать деньги в интернете. Кэшбэк-сервис AliExpress с реальным кэшбэком от 7 до 15%. Заходи по ссылке в описании и возвращай деньги за покупки. Итак, дорогие друзья, наконец-то дождались. 10-ядерный Дуги F7 Pro официально поступил в продажу. Сегодня, 19 сентября, компания Дуги запускает официальные продажи флагманского смартфона Дуги F7 Pro, который был анонсирован в марте на выставке MWC 2016. Спустя полгода новый представитель популярной линейки F-серии стал доступен для заказа в большинстве онлайн-магазинов. Производитель оснастил флагманский F7 Pro процессором MediaTek Helio X20 с 10 вычислительными ядрами и эффективным алгоритмом экономии энергии. Главный акцент сделан на камере устройства. В смартфоне установлен 21-мегапиксельный сенсор от компании Sony EMX230 с апертурой f2.2 и фазовым автофокусом. Несмотря на 5,7-дюймовый дисплей, Дуги F7 Pro удобно держать в руке благодаря изогнутому корпусу толщиной всего 7 мм. Установленный в смартфоне универсальный разъем USB Type-C поддерживает быструю зарядку. Дуги F7 Pro доступен в белом и черном цветах. Смартфон также получил 4 ГБ оперативной памяти и встроенный накопитель на 32 ГБ. В распоряжении пользователя имеются 2 слота для сим-карт с поддержкой 4G LTE и сканер отпечатка пальцев. Работает Дуги F7 Pro от аккумулятора емкостью 4000 мАч. Технические характеристики Дуги F7 Pro такие: 5,7-дюймовый IPS дисплей с разрешением Full HD, 10-ядерный процессор Helio X20 MT6797, 32 ГБ встроенной памяти, 4 ГБ оперативной памяти, 2 слота для сим-карт с поддержкой 4G LTE, 8-мегапиксельная фронтальная камера, 21-мегапиксельная основная камера с сенсором Sony EMX230, многофункциональный сканер отпечатка пальцев, разъем USB Type-C, аккумулятор емкостью 4000 мАч, операционная система Android 6.0. Marshmallow. Понравилось видео? Ставь палец вверх и подписывайся на канал.